Эх, Барби, Барби, как же мне тебя жалко. Я так хочу, чтобы ты быстрее поправилась. Зря ты тогда меня не послушалась и поехала кататься на своей лошадке. Да знаю, я знаю, но, к сожалению, прошлое невозможно изменить. Но я быстрее бы пошла на поправку, если бы у меня появилась новая подруга. Или новый друг, например. О, а это отличная идея, Барби. Я попрошу свою маму купить мне еще одну куклу. Мама, мамочка, мне срочно нужна новая подруга для Барби. Или нет, новый друг. Так новая подруга или друг? Какой сложный выбор. А, купи мне куклу-девочку и куклу-мальчика. Ну уж нет, Эмили, это уже слишком. Я достаточно потратилась на эту новую куклу Барби в коляске. Так что, пожалуйста, определись, кого ты хочешь еще, девочку или мальчика. Я не знаю, мне так сложно выбрать. О, подожди-ка, малышка. Мне кажется, я недавно видела подходящий вариант в магазине игрушек. Да? Угу. Побудь пока тут дома под присмотром няни, а я скоро вернусь. Ой, Барби, ну где же мама? Интересно, что она там нашла в магазине? А вот и я. Смотри-ка, что я купила. Ух ты, какой огромный набор. Это две куклы сразу? Нет, Эмили, это одна кукла. Но ты сама можешь решать, кем она будет в твоей игре. Мальчиком или девочкой. Вот это да! В первый раз вижу такую куклу. Мамочка, открывай же ее быстрей! Конечно, Эмили, давай-ка посмотрим, что у нас тут внутри. Вот наша куколка посередине, а вокруг нее одежда и аксессуары. А еще здесь есть парик. Видишь, как его нужно надевать? Здорово, я хочу попробовать! Хорошо, Эмили, но вначале давай-ка достанем все из коробки. Сначала нашу куклу. Смотри-ка, у нее сгибаются руки и ноги. Теперь давай ее оденем. Примерим нашей кукле вот эту майку и штаны. А еще вот такие ботинки и черную шляпу. Ну как тебе, Эмили? На кого сейчас похожа эта кукла? Конечно же, на мальчика. А теперь примерь ей парик. Хорошо, но для этого мы должны ее переодеть. Примерим нашей кукле вот эту юбку и зеленую куртку. Не забудем про сандали на высокой платформе. И, конечно же, про парик. Ну как тебе, Эмили? На кого теперь стала похожа эта кукла? Это просто смешно. Сразу видно, что мальчик переоделся в девочку. Да, я согласна с Барби. Этой кукле совсем не подходит парик. Мамочка, пускай эта кукла всегда будет мальчиком. Сними же с нее этот смешной парик и надень на него красивую черную шляпу. Да, мне тоже так показалось, что наша новая кукла больше похожа на мальчика. Только что же нам теперь делать с этим париком, юбкой и сандалями на высокой платформе? Как что? Несложно догадаться. Подарим всю одежду Барби, конечно. Теперь у нее есть и новый друг, и обновки. Отличная идея, Эмили. Барби, ну-ка, держи. Ой, здорово, парик мне очень нравится, и юбка тоже. А вот сандали на высокой платформе я смогу примерить только тогда, когда встану с этой коляски. Значит, ждать осталось недолго. Я и твой новый друг постараемся тебе в этом помочь. Вот так сегодня у Эмили появилась новая кукла, а у Барби появились обновки. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видео с куклами и пупсиками. Пока!